Так, ну что, 7 мая 2024 год. И сейчас буду просто про 2-3 недели рассказывать. Не про Арестовича, к счастью, а просто делиться оптимизмом, потому что я рад, когда я вижу, что мой оптимизм разделяют там люди куда более информированные, опытные в военном деле. Сейчас я буду просто коротенькую выжимку из интервью с Агилем Рустамзаде. Военный азербайджанский, которому я безусловно доверяю, потому что он с самого начала военного конфликта показал, я отслеживал это все, то есть что у него прогнозы достаточно с большой вероятностью сбываются. Это практически по всем прогнозам своим он не сплоховал. Значит, смотрите, что такое 2-3 недели? 2-3 недели, он вообще говорит о 3-4 месяцах, которые нам сейчас понадобятся, украинской армии, для того, чтобы насытиться тем вооружением, которое нам передают Великобритания, Америка, Италия тоже передает там нам боевые машины и так далее, да? То есть это понадобится нам 2 месяца, говорит. Уже ощущение, то есть улучшение состояния фронта, он говорит, что мы почувствуем в течение 2-3 недель, откуда я говорю вот это, ну там, он говорит, неделя, 2-3, вот так это прозвучало, да. Теперь еще из хороших новостей, которые он передал, ну то есть в эфир озвучил. Можете посмотреть, это он интервью с Гордоном был, сейчас, ну там просто почти час, это довольно тяжело, я на третьей скорости, я просто скачиваю это видео, ставлю на третью скорость и слушаю, да, потому что, ну, времени столько не располагаю. Дальше. И поэтому даю короткую выжимку. То есть в течение до сентября месяца россияне уже будут почувствовать на себе исчерпание ресурса технического. Как то технику, которую они забирают со складов полупустые, начиная от артиллерии ствольной, там, самоходной, заканчивая там какими-то танками старыми и БМПшками, машины пехоты, особенно, он говорит, у них сложности с этим. То есть я с большим удовольствием это все пересказываю, потому что одно дело, когда я это говорю, там, да, там мобилизованный сержант, рабочий, да, до призыва, а другое дело, когда это говорит летчик, и он, по-моему, летчик, ну, короче, кадровый офицер, и причем будет интересно посмотреть его биографию, он действительно, я его прогнозы смотрел, но меня что-то заинтересовало, почему, я смотрю очень много всего, но просто потом отслеживаю, чьи прогнозы сбываются, а чьи нет, поэтому там отказываюсь там от Цветанова, от этих Арестовича, вот это, постепенно эта вся шелуха отваливается, и остаются те, которые дают прогнозы, они оправдываются, да, то есть, что из неприятного он сказал, что где-то уже в осени, конечно, говорит, будет такая ситуация, что вы упретесь в одинаковую силу. Ну, то есть, по силам мы будем равны с Россией, и там уже вопрос станет серьезный о перемирии. То есть, это говорит, я вас не заставляю, раньше он так сформулировал, я говорю, не заставляю, не подталкиваю, вы очень крутые там украинцы, вы воюете там с противником 4 раза более сильным, чем вы. Но, так или иначе, вы станете перед дилеммой продолжать войну дальше или начинать какие-то мирные переговоры. Мне кажется, мне как военному на данный момент, кажется, что мирные переговоры это все, ну, не имеет смысла переговоры вести с Российской Федерацией. Это показывает все. Это показывает переговоры там чеченцев с россиянами, да, в 90-х годах. Это показывает переговоры там грузин с россиянами, украинцев с россиянами после 14-го года, после Минских соглашений. Это все, ну, впустую. Ну, это мое личное мнение, это уже я от себя добавляю. В общем, ребят, у нас, я думаю, 2-3 недели, 2-3 недели почувствуете. А, про Харьков, господи, я сейчас смотрю, я там в феврале про Харьков уже говорили, о том, что Харьков захватит. Потом, в этом самом, я сейчас смотрю, 12 апреля месяц назад, я говорю, какой Харьков, какой захват Харькова, о чем ты? Вот этот с Конституции, с площади Конституции, где 26-метровый градусник, засунут Путину как ректальный, туда, куда засунут ректальный градусник. Какой Харьков? Что вы мелете? Ну, в общем-то, Агиль Рустамзаде подтвердил мою мысль, чем сильно меня обрадовал. Ну, то есть, я в его словах услышал оправдание своих там прогнозов, как бы, да, на будущее, что никакого Харькова нету. Нету ни ресурсов, ни человеческих. Сейчас не набирают личный состав россияне. Нет ни личных этих самых, нет ни технических возможностей по машинам, по боезапасу. Понятно? Так что харьковчане, земляки, поверьте, то, что вы пережили, то, что мы пережили, то, что я там тоже, я до апреля только, в апреле семью вывез с Харькова, с Северной Салтовки,
То, что вы пережили, блин, тогда, в начале 22 года, этого уже не будет даже рядом, да. Сейчас я понимаю, что у вас там каждый день прилетает, но такой интенсивности не будет. Держите оптимизм, потому что, ну, все равно, понимаете, продлится это до осени. Я, вот, мои же прогнозы когда? Месячной давности, что интенсивные боевые действия в конце этого года прекратятся, потому что, ну, просто за исчерпанием ресурса. Невозможно интенсивные боевые действия продолжать годами, понимаете, просто из этого исходите. Потому что Россия подсдохнет, блин, а пойдем мы вперед или не пойдем, ну посмотрим, посмотрим, это я как бы уже не в состоянии такие пока на такие долгие периоды что-то пытаться там хотя бы прогнозировать, понятно? Так что Харьков не беспокойтесь, личный состав на вас не пойдет, а если пойдет, то куда-то, куда рыпнется, там и останется, это нереально. А ракеты, ну вот сейчас ждем этих F-16, я думаю, первое, чем они займутся, это не линию фронта обрабатывать, а именно вот бороться с теми кабами, которые прилетают, я знаю, по мне тоже прилетало вот здесь, под Работино. Что это такое, что это за страшная хрень, блин, куда хуже артиллерии. Да, я знаю, так что, я думаю, именно по этому профилю будут работать эти первые F-16. Все, опять затянул. Все буду Украина, не переймайтесь.